Дякую, людина. Михайло Саакашвили. Украине нужна новая система, а новая система делается только новыми людьми. Славный город Одесса, мы приняли решение, президент принял решение, что он должен стать городом базирования военно-морских сил Украины. И запроваджуется новый офис, прозорый офис. Предоставление административных быстрых услуг. Я не собираюсь терпеть тут беспредел. И видел я таких прокуроров. И видел я их потом в тюрьме, кстати. Вот хроника украинской коррупции. Передай мне эти документы. У нас буде тут і нова патрульна поліція, і відсутність контрабанди, і корупціонери сядуть за грати. Давайте попробуємо. Ви все це время трепаєтесь. Ви все це время издеваєтесь над всіми. Нечого тут лыбиться. Ми положимо цьому кінець. І начальник державної служби вже відсторонений. І ціни на квітки знижені. І виявляється, що все це можна зробити за два тижні. Ну льод уже тронувся. Сегодня мы вместе ехали в кортеж, я первый раз вижу, первый раз кортеж президентский остановился на красный свет. Знаете, есть такое слово «мрійне». Люди, які мріють, але здійснюють власні мрії, притворяють їх в життя. Так, вот в этом здании 800 с чем-то человек. Чем они занимаются? Я хотел выяснить, чем они занимаются. Вы мне рассказываете, что здесь не крадут? Вы видели дороги в Одессе? Как вам не стыдно? Полностью распускаем отделы внутреннего аудита, отдел взаимодействия правоохранительных органов и отдел по вопросам предотвращения проявления коррупции за то, что вы ничего вообще не сделали. Антикоррупционный натиск, который мы объявили в Одессе, это не наша инициатива. Это часть президентской программы 4D. Я не маю жодного сумніву. Найближчим часом нам є що презентувати в Одесі. Я всім одеситів і Україну вітаю. Дякую, Михайло, сьогодні. Мне это все больше и больше начинает нравиться.